Евгений Николаев – один из первых водителей, у которого судебные приставы проверяют наличие долгов на посту ГИБДД около поселка Мехзавод. Мужчина на подобную акцию попал впервые. Говорит, что такие мероприятия скорее полезны. В принципе, можно узнать о задолженности. Я даже не знал, что есть какая-либо задолженность. Сейчас вот написали, сказали, куда приехать. Там 1000 рублей за вовремя неоплаченный штраф, но я даже не знал, потому что машина не моя. Акцию «Узнай о своих долгах» судебные приставы проводят вместе с сотрудниками ГИБДД. Первоочередная цель – напомнить водителям о задолженностях и рассказать, где и как их можно погасить. Обычно на таких мероприятиях они выявляются у большинства автомобилистов, однако в этот раз исключение. Сегодня достаточно редкое явление штрафы. Наверное, из 20 пока проверенных мы обнаружили, у троих граждан. То есть весьма низкий коэффициент, но при этом можно сказать, что в настоящий момент по территории Самары неоплаченных штрафов порядка 170 тысяч. На сегодняшний день о задолженностях, об оплатах штрафа каждый гражданин может узнать посредством сайта ГУВД Самарской области, где есть соответствующие разделы, где можно проверить наличие своих штрафов. По госуслугам также соответствующие приложения, где гражданину приходит уведомление о том, что у него имеются задолженности. Напомним, оплатить административные штрафы нужно в течение 60 дней. В противном случае грозит выплата двойной суммы, либо арест до 15 суток. В среднем взыскать сейчас удается порядка 80% штрафов.